Всем хорошего настроения. Пришла посылка. Это у нас сайт AliExpress. Давайте вскроем ее и посмотрим, что здесь. Должны быть универсальные угломеры. Это прибор для точного измерения углов. Хорошо, что есть номер. У нас в городе есть возможность под этот номер, если бы здесь не было номера, просто нужно было бы этот номер набить здесь, чтобы под этот номер сделать сертификат соответствия, если есть такая необходимость. То есть они даже проверяются, вот эти угломеры. Что касается качества, в принципе, неплохо сделано. За такие деньги очень даже неплохо. Я думал, будет хуже, но нет. Вот то, что внутри, нет этой полировки, так это вообще для меня не беда. Главное, чтобы он точно измерял и, в принципе, смотрится довольно неплохо. Ссылку оставлю в описании, даже открывать не буду, поскольку заказывал эти угломеры не себе. И человек уже заказывал такие угломеры. Ему понравилось, все было тоже. И он заказал еще. Не знаю, это для товарищей или для кого он заказал. Ну вот, ссылку оставлю в описании для тех, кто захочет заказать себе универсальный угломер на AliExpress. Давайте еще второй посмотрим. Такого же ли он качества, как и первый. В принципе, все тоже. Метки четкие. Даже есть какое-то рифление, поэтому делаю вывод, что они высечены, то есть стираться не должны. По качеству. В любом случае, у меня был как-то знакомый, он говорил, что даже если там что-то немного нужно подправить, он подправит. Но, если не ошибаюсь, ничего подправлять не нужно было. Он был точен, вот этот угломер. И поэтому он заказал еще. Ну, вот такие угломеры. Давайте я закрою, покажу еще вот так его. Угломер с сайта AliExpress. Ссылку на этот угломер я оставлю в описании к этому видео. Это два абсолютно одинаковых угломера. Вот, заказаны на сайте AliExpress. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Но, откровенно говоря, я в этих угломерах не разбираюсь. Но думаю, чисто интуитивно, я бы разобрался, как этим угломером работать. Но мне просто нет необходимости. Нет необходимости в этом угломере. Поэтому себе я не заказывал. Вот такие угломеры. Ссылка в описании. Всем хорошего настроения. До свидания.